Добрый день, дорогие стрельцы! Думаю, что многим из вас в ноябре захочется просто уединения и покоя, уйти от дел, что называется, не фонтанировать идеями, сократить до минимума встречи, поездки, контакты. И надо сказать, что это будет правильное решение, потому что энергию и силы свои надо беречь. И если вы чувствуете, что вы уже на износе, что все, вот нет того внутреннего огня, то лучше взять паузу. Это будет намного лучше, чем, что называется, выгорание. Поэтому, если обстоятельства позволяют, отправьтесь в отпуск. Даже просто уедьте на дачу на пару недель и как бы подумайте о себе, о жизни, отойдите от дел, ну как бы условно отойдите, не вникая в них. Поверьте, друзья вас не оставят в покое, они будут вас поддерживать, они будут вас навещать, но дружеское общение и, скажем, какое-то такое идейное, профессиональное, это все-таки все самое разное. А если есть предмет воздыхания, то я бы советовала вам походить на свидание. Это тоже будет хорошо, потому что пришло время устройства своей личной жизни. И я думаю, что вот в душе многих из вас вот этот порыв, он все нарастает и нарастает. И я уверена, что в ноябре вы встретите ту единственную или единственного, о котором мечтали. Главное не пропустить. Ну и по возможности, повторюсь, все-таки попридержать свои идеи, попридержать свои импульсы. Я имею в виду в реализации именно лично себя. Пусть немножечко все уляжется, все обдумайте и уже в следующем месяце смело дерзайте их воплощать.